Так, сейчас пойду засниму зону пляжа, которая слева от нашей виллы. Она вот там вот находится. Там. Сейчас вот тут как раз такой краник находится со шлангом. Многие мы после пляжа продадут. Новые посетители вошли. Я тут стала. Деревья интересные. Тут гербарий надо тут собрать маленький. Что тут написано, я не знаю. Сейчас солнце как раз светит справа, поэтому левая часть это будет хорошо освещена так в нужном свете. Тут какое-то другое купальное общество на этой стороне. Вот, а вот сейчас я подойду. Вот наша Теос Орман G. Вот, и вот наш дом. И балкончик наш, вот он. Находится вот здесь вот, первый балкончик. Тут автостоянка, собака хезает. Так, вот тут у них здесь, чем лучше, чем у нас, у них тут есть душик, после которого можно помыться. Вон виндсерф-центр. Там лодочки эти. Не, не, вот они. Лодочки, я на них, к сожалению, кататься не умею. Так, может, попробовал бы. Даже какой-то театр есть. Вот футбольное поле. Спасательные вышки у них тут без людей, я заметил. Так, остров, вот он сразу как бы меняет конфигурацию. Он такой остров вытянутый, потому что если, наверное, к нему подойти под определенным углом, он вообще будет узенький, такой маленький. Вот, а там вытянутый, как селедка. Вот, если на селедку посмотреть со стороны головы, параллельно ее телу, то это будет только одна голова видна. Вот так же и этот остров. Собственно говоря, далеко сейчас не пойду. Ну, тут так более-менее такая колоритная съемка. А там красивый мыс такой с городом. Прямо обрыв. Что там за город, не знаю. К сожалению, Google и Земля не ловится из-за слабого интернета или его отсутствия. Так, периодически он шатает туда-сюда. А, тут вообще за ворота интересно идет. О, как. Вот остров. Еще меньше стал.
солнце, вот оно. Так, вот тут какая-то площадка, тут уже не пляж. Вот как интересное дерево какое. Ну, тут даже пальмы растут. Во как круто. Орехи, наверное. А, инжир. Это инжир там растет. Так, остров стал еще меньше и уже. Там вот тоже островочки. Да вот тут как резко гавань заворачивается. Или бухта, точнее. Рыбку ловят тут. Ну нафиг. Можно напороться на иголку на какую-нибудь. На крючок. Симпатичнее вид. Ну. Там еще такой далекий мыс, на нем тоже какой-то город.
тень видна, конечно, немножко портит вид, но зато тут сочные краски появляются при таком низком солнце вечернем. Завтра сюда обязательно пойти. Да, почти под углом 90 градусов такой разворот конфигурации залива. Но вода тут грязнющая, о, блин. Ужас. Ныряют с причала. Мечеть видно на той стороне.